Без давления на бизнес. Комитет охраны общественного здоровья сократил перечень выдаваемых разрешительных документов в 11 раз. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин. По его словам, из 81 исключены изжившие себя и дублируемые с другими ведомствами санитарные нормы. И теперь их осталось всего 7. К тому же изменен порядок проведения проверок. Теперь на объекты незначительной эпидемиологической значимости проверяющие будут наведываться только после обращения граждан. В этом списке мини-кафе, тандырные, парикмахерские, бани и сауны. Всего 26 тысяч объектов по стране. Таким образом, для повышения качества контроля ведомство переходит на рискоориентированную модель проверок. Санитарный аудит будут проводить независимые эксперты, намечены и контрольные закупки. Это общепринятая норма. Мы сейчас не бросаем их. Мы с ними работаем, вот сейчас с этими объектами проводится профилактическая работа. То есть с руководителями проводятся занятия не только с первым руководителем. Первый руководитель должен знать качество, то есть какие требования нужно предъявлять к данному объекту. Поэтому мы также будем с ними работать, чтобы они больше занимались самоконтролем, то есть производственным контролем.